пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы там. Счастливо. Вместе с вами едет? А? Я один. Вы один? Да, где у меня? Где? Так, вот. Сейчас, это страховка. Москвы, Магадан? Ой, из Москвы в Магадан. Из Магадана во Владивосток, из Владивостока в Крым, из Крыма в Москву, через Мурманск. Теперь такой вопрос. Вот переправа. Я уже не успеваю сегодня, правильно? Не успеваете. Вот. Как мне поступить лучше? 30 километров. Это как называется он? Переправа. Ну, с левой стороны там этот. Теперь этот, заправиться с той стороны причала, далеко, не знаете, заправка? Далеко. Далеко, да? Лучше, наверное, заправиться на этом берегу. Почему на этом берегу? У него заправка. Сейчас туда проследуем стоянку. Там сейчас нефтебаза есть, стоянка. Сколько километров туда? Километров вот здесь, за поворотом стоянки. А, здесь можно заночевать, да? А от нее до причала далеко? Ну там все объясни. Сейчас поехали туда. Ага. Там машина стоит, вот тоже стоит. Ага. Там остановитесь. Нам скажут, да, все объясни. Да.
документы меня будут. Документы у него будут. Ладно.
еще регистратор у вас? У меня несколько видеорегистраторов. Слушай, Александр, в тот раз я останавливал эту машину, да? Эту? Нет, да. Это на Яндекс таксировал уже? Был в другой водике. Нет, здесь? Да, я вообще здесь не сидела. Она еще работала, но здесь. Эта машина? Конечно. А кто ее туда повез? Она впервые за всю свою жизнь, она впервые в Магадан. А в Магадан кто повез? Я тут сам повезла один. И другой водитель. Такси. Нет. Тут еще надпись была. Другого водителя на ней не было. Серёжка. А? Да? А про что фильм снимаете? На Ютубе можете записать, посмотреть. Видео «Дорог России». А, вы про дороги? Да, все дороги России, там есть, чтобы не было только маленькое поколение. Лена была уже к этому назад, сейчас это что сделали, а то они вообще не было. Как говорите? Видео «Дорог России». Видео «Дорог России», это в Ютубе, да? Сейчас посмотрим. А у вас аппаратура все с собой, камера есть? Какая-то. Ну, если вы снимаете, где-то берут. Толкается. А, на регистраторе, что ли? Да. Один регистратор, а вот второй. Я-то думал, что снимаете? Как? На камеру снимаете? Да. Это сколько нужно памяти туда? Это здесь? У меня уже 3 терабайта. Еще лавик, еще крым. Багажник откройте, пожалуйста. Еще багажник. Там машину проверим. Там открываем. Да? Здесь нет.
хорошо, поднялся. Как машинка? Отклеили что ли? А, пока не подводила. Вот.
то, что колесо пробил. А что ты? Ну, как ты его знаешь. Что у вас? Полно камер, да? Камер у меня, эти регистраторы, аудиозаписи, удаленный контроль. Если я остановился больше, чем на 3 минуты, служба безопасности включает вся аудиозапись. Все, что у нас в радио, все, когда салон? Дверной салон, скажи. Есть вид салона. Тогда пока. Я говорю, вот колесо пробил, да? Благодаря запаске доехал до Усмена. Там с огромным трудом, нашли... Да. Ничего для таких машин нет. Все для Бона там, все там, все что угодно. А для этих ничего нет. Что, с Мурманска говорите? Через Мурманск, да. Москвы, да? А что за организация? Thank you.
Нет, это лоб, колесо спущено, поэтому все на этаж. Вот это да. Колесо левое спустило. Левое, а? Просьба будет. Это. Нас не выкладывают. Зачем вас? Ну вот, проезжал мимо. Я не дороги важные, это. Вы не бежать на него. На кого? Это не нас. Мы с управления. Да? А что? Правда? Да совершенно это, не думает я об этом. Thank you.
так вот поймал микро камень. Я взял его с собой, потом сфотографирую. Какая вещь. Поставили латку. Поеду на заправку.
города. Монолиты. Представляете, вот второй раз так и бьет, а мяло так и бьет. Thank you.
гремит, блин.